При счете 2-0 в пользу команды УГМК мы с вами подошли к встрече Евгения Щетинина и Федора Кузьмина. Ну, я думаю, что будет достаточно интересно наблюдать за встречей, прежде всего потому, что, наверное, Евгений Щетинин — это единственный игрок, скажем так, топ-класса, который играет в стиле защита, как это называется. На сегодня это считается, что может быть не актуально, но тем не менее Евгений Щетинин — чемпион Европы позапрошлого года, и именно этот человек при счете 2-2 между командами Белоруссия и Германия дал решающее очко во встрече с Йоргом Роскопфом и принес золотые медали сборной Беларуси. Поэтому я бы сказал, что не стиль имеет место, а уровень игры. Современные игроки настольного тенниса, особенно это касается китайской и корейской школы, защитники, которые в каких-то промежуточных ходах играют на приеме, но в любом варианте, где это позволяет соперник, они выходят на атаку справа, и эта атака не уступит любому нападающему. Ну, наверное, Евгений Щетинин все-таки не совсем как бы тот человек, о чем мы с вами говорим, но тем не менее принимает он очень прилично. Вот мы смотрим сейчас счет. Вот обратите внимание. Вот Кузьмин промазал. И более того, по-моему, Щетинин повел 4-3, да? Вот уже и 5-3. Ну, насколько я знаю Кузьмина, он по защите, в принципе, играет очень хорошо. И то, что он сейчас проигрывает, я не думаю, что это будет именно так все время происходить. Но посмотрим. Щетинин поймал куражный такой очень. Обратите внимание, что он не просто принял, а вот сейчас вот был момент, он просто принял в самый край стола. Это самое сложное для атакующего игрока, когда мячик летит на край стола. Сейчас тем более. Вообще справа Щетинин такое движение. Кажется, что оно такое простое. На самом деле очень сильный мячик пилится. Ну, теннисисты знают, что это такое. То есть у него движение, оно... Пусть он даже может поднять высоко этот мяч, но он настолько сильное нижнее вращение, что соперник просто не в состоянии его даже, ну, перебросить, скажем так. Вот это вот движение вот справа, вот оно, о чем я говорил. Но сейчас ошибся, конечно. Вот эта вот пила у него такая, она немножко влево уходит еще. Да, Кузьмин что-то раскрылся, такое ощущение. Даже не борется. Молодец. Да, то есть человек умеет все, в принципе. Смотрите. Вот, ответили. Слева сыграл. Перевернул ракетку, гладкой стороной сыграл активно слева.
Мы продолжаем репортаж. Счет 5-3.